Так, все, я тут. Mm-hmm. Мне осталось всего лишь 79 очков, чтобы можно было купить себе этого серого черепа. Ага. Так, либо... смотри, что я изучаю Intel. Пожалуйста, конечно. Там должны давать же, я говорю, крутые ништяки, чем больше ништяков, тем лучше. Так, ну вот, миссия. Брифинг задания. Так, у врагов чемпионы плюс 50% хп. Угу. И у нас 5 минут, вроде бы, чтобы пройти. Ну, every 5 minutes you charter loses a life. Может, каждые 5 минут мы потеряем жизнь? Имеется в виду, скорее всего, вот у нас может какое-то ограниченное количество жизни на выполнение? Или там может. Прям написано, что у нас нельзя Every помирать? Every 5 minutes you charted loses a life. Короче, загружай там, посмотрим. Угу. У нас, в принципе, может быть, просто на выполнение задания дается, допустим, 3 жизни, да? Вот, а каждые 5 минут мы одну из них теряем. Ну, фиг его знает. Туда мы вообще должны нестись. Хуй его знает. Но Макс, нам явно не по зубам проходить такое за 5 минут пока что. Не, ну если я возьму. Только... Если я возьму Псайкера, возьму молнии, буду косплеить Палпатина, тогда может быть. Будешь всех жарить. Да, рельсы по башке получают, но это не страшно. Так что, в принципе. Ну, хотя, если рельсы имеется в виду, которые будут меня мгновенно ваншотить, тогда да, это страшно. Но в данном случае. При правильной прокачке, как говорится, да? Так, при правильной прокачке Ариман скажет тебе молодца. Да. Даже Жилиман тебе скажет молодца. Ты-то как космический десантник больше. Ну, да. Но я имею в виду, если ты к этого возьмешь Псайкера. А. Так, а кто у нас главный Псайкер Залоялов? Ну, по идее, эти, как их там... Ну, Император, по сути, свой. Не настолько крутой Псайкер. Ну, Серый Рыцарь, наверное, Драйго. Они же ну, все Драйго по-моему... скажет, молодца. Видишь, у нас максимальное число смертей 3. Ну, пошли. Так, что нам нужно сделать здесь? А, захватить... А, нам, короче, нужно захватить точку. Зону. Убить всех вокруг точки, постоять на одном месте, чтобы ее перезахватить. Нам пойди, еще помогает мелочь всякая. Блин, мне нужно огнеметчик убить. А, это, блин, этот. Это твоя цель, Макс. Я пойду мелочь мочить. Так. Вот он, да, вижу. Все. Нет, это не он. А, все, правильно, он не туда посмотрел. Отлично. Так там сзади один. А, его растормушили. Все. Так, первая зона прямо по курсу. Там эти твои два, я пока мелочь. О, блин, аккуратней. Арт-удары. Уже нет арт-удара. Ну, как сказать, нет. Артиллерийские удары, они идут за счет этого маяка. И они будут бесконечно. Бегая, чуть не сдох. Тут где-то в округе есть маяк, который нужно расфигачить. Блин, арт-удары. Так, уходим с точки. Фига их там пятеро, Макс, твоих. Турель. А вот он, вокс-передатчик, я нашел его. Ядрен батон, там еще Хеллбрут. Сейчас я вокс-передатчик попробую расхерачить, чтобы он нам это... не мешался. Все, готово. Арт-ударов больше не будет. Не будет? Не, все, я снял. Ну, наконец-то. Блин, что-то у меня вообще урон как будто не проходит по ним. Что за херня? Ладно, я буду... Будь мужчиной, гвардеец. Я буду мочить мелочь всякую, короче говоря. На тебя будут сильные враги, потому что у меня просто урона нету в них. Так, сожрал аптечку. Так, вижу Хеллбрут и...
Я знаю пароль. Ау. О, да, он меня сбил. Да, меня тоже. Проблема в том, что я еще сломлен и замедлен. Так, мне надо отойти, Макс, на секунду. Угу. Блин, там несущего слова. Ну, я по колбруту нормально так внес. Я вижу. Сейчас, призвал мелочь, я веду мелочь мочить. О, хоп. О, давай! Есть, я его убил. Красавец. Там где-то справа есть еще один несущий ночь, я пока турелер схерачу. Какой несущий ночь? Блин, несущий слово. Убил. Ага, отлично. Башня регенерации. Ну это просто она регенерирует ближайших противников. Так. Отлично. Следующая точка в левом верхнем углу. Так, сейчас еще. Подожди, загоняю. Посмотрю, что у нас там это. Пока беги вместе с гвардосами, я посмотрю, может, что выпало с противников. Вкусно. Давай. Припасы. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, Гинц! Я бегу-бегу. Я вижу там рядом с тобой аптечки, я уже бегу. Чё там? Много их? Да. Ага. Ну, мелочь на мне. По мелочи у меня просто урон шикарный, а по большим что-то как-то не вообще не катит. Ну, по большим у тебя есть я. Да. По большому ходишь ты. Да. Так, тут и аптечки, если надо, сейчас я их открою. О, так, сейчас, подожди. Там отряд из мелочи. Ну, ну давай, чем смогу, тем подсоблю. Нет, ты больших мочи, я... А там большой есть? Там есть двое. Уже. Так. Убит. Готов. И еще один вот он в углу. Я его держу. Ну, дальше. Я и так задолблю. Мне на него снаряд тратить жалко. Хоба. Ага, отлично. Ловись. Вот еще один здесь. Второй отряд пришел. Убил. Не-не, где я бегаю? Надо отходить. Убит. Стой. Огнеметчик. И у меня левел. Есть левел ап, я своего тоже задолбал. Ебать. О, там походу псайкер. Ага, босс. Босс вертолет? Босс псайкер. Так. Ну, ну, тоже сгодится. Турели, я пока раздолбаю, чтобы можно было бегать в округе. Ми. Одна есть. Босс вертолет? Не уверен. Он мне подойдет? Да. Почему? Все, макс, турели кончились. А ты что, ты его завалил уже, что ли? Да. Крут. Ох, удар артиллерии. Ха, сейчас я по ним артиллерийский залп дам в следующий раз. По точке. Хорошо. Посмотрим хоть как выглядит, а то я бы никогда не пользовался. Так, и у нас одна жизнь отнялась. Видишь, 5 минут прошло. Было 3. Может, вот это имеется в виду? Ну, я и так и говорил. Скорее всего, так оно есть. О, артиллерийский удар. Так, как он применяется? Блять. Хорошо. А, на пятерку, да? Или нет? Хуй его знает. Короче, я отхожу. Давай. Что-то непонятно, как его использовать. О! Чё? Гинс! Чё случилось? О, я вижу, вижу. Как ты так помер? Меня псайкерским ударом накрыло. Ага, я понял. Ну, блин. Полыхнуло фиолетовым цветом. Я понял. Это мощный псайкерский удар. Мелочь пузатая, вы моя. Так, пулеметчики двое на заднем плане. Там рукопашник, если чё. Еще пулеметчики двое. Готово.
Рядом со мной один. Ага. Я уже по нему долблю. Видишь, я его когда бью, он отходит и не атакует. Короче, он не может двигаться, когда я его херачу. И там где-то еще один был прям чисто рукопашный. А, ну вот он. Вижу. Турель. Не, я лучше турель. Так, вокруг меня собрались гады. Мне надо убегать. Понял. Аптечку сожрал. О, прибежал один. Ага. Не уйдешь, стреляй в него. Вот второй, не даю ему уйти. Давай, держи. Угу, отлично, мелочь. Так, турели хана, мелочь. О, тут сержант, он призывает турели. Я пока бью сержанта. Сейчас я его убью, все. Это... Ага, отлично, мелочь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Турель на мне, стреляй. Танкую. Давай. Отлично. Все. У нас удар телели. Бери. Так, что у нас? Последнее осталось. Так, сбоку зашли, Гинц. Я в тыл захожу к ним. Привет. Ой, тут 4 этих. У меня тут их тоже, знаешь. А, ты так я зашел. Я здесь, да, я говорю, я обошел их с тыла, пробежал в их войска. Держу. Угу, отлично. Еще одного держу. Куда сошел? Ну-ка, сошок. Отвалили. Нормально, инквизиторов среди 4 этих, да? Да. И пофигу. Ха-ха. Лут. Может как-нибудь в Диаблу все-таки рубанемся на двоих потом когда-нибудь? Ну можно попробовать. Ну, если тебе это заскочит, потому что это по сути Диабло, только ваха. А, подожди, есть же еще этот... Это лучше! Да. А есть же еще, знаешь, Диабло, которое по фэнтези, который недавно вышел. Говорят, хуёвый, но вдвоем может сойдет. Ой, тут много. Не только больших. Ну, я использовал Артуда. Ага. А, сейчас помру. Надо жрать аптечку и убегать. Отлично. Уходи. Я тут. Так, мелочь. Турель. Ну, большие на тебе. Он как раз один ко мне прибежал большой. Убит. Угу. Второй тоже, да? Шикарно. Да. Тебя жарят. Нельзя жарить. О, там псайкер, Макс. Где? За мной беги. Вот он. Ну, этот мощный чувак, по идее, должен быть. Ну, если ты его, конечно, не пристрелишь парой выстрелов. Блин, у него колдовской этот ураган, пусть за мной бегает. Раздавил козла. Кстати, эти псайкеры после смерти взрываются мощно, так что рядом... Вот у меня вот такой же взрыв был. А. Ну, собственно. Все? Да. Валим отсюда. Мы заработали аж 3 судьбы. Как много, но все равно. Не так много, как хотелось бы, но все же. Ну видишь, это больше, чем за стандартную миссию. Ну да. Еще и холли карт. Таро. Ну до Таро мы еще не добрались. Мы-то про них узнаем только вот от этого техножреца. Соответственно, ну, по сюжету... Таро... Дали карту Таро, основной имплант, гранаты и дуговой меч. И у меня тут открыто танец со смертью, искусство культа смерти. Новая ветка, да? У меня оранжевый этот имплант глазной. Неплохо. Новый инокулятор и нейроимплант. И что-то тоже открылось, но я не успел просмотреть. А, вот. Одну очку навыка, больше ничего.
меня бонус в 7% почти, когда у меня статус подавления защищенный, то есть в зеленой зоне. Херня в том, что я в зеленой зоне бываю крайне редко. Иногда, да? Если повезет. Хотя у меня урон против одного человека плюс 7%. А, видишь, а мой стандартный зеленый глазной имплант, он дает просто урон в ближнем бою 5%. Mm. И у меня повышенный урон против истекающих кровью. Блин, качество у оранжевого выше на плюс 2, но у этого зеленого как бы, ну, для меня более четкие эти. Видишь, раньше бы это значение имело, потому что, ну, тогда есть ориентировались смысл. Да, на лут. Сейчас это как бы уже не так важно. Ладно, один оранжевый, мало ли. О, мне дали сразу... У меня, кстати, почти все фиолетовые шмотки, даже одна рыжая. Мне дали достижение «Избранный воин», когда я надел это дело. Видать, что-то это оранжевое... Рыжая? Да, рыжая что-то дает. Это одеть. Ну, фиолетовый основной имплант, вещь. Да, второе утро. Плюс один к одержимости. Ну, в смысле, одержимых больше будет на карте, видать, mm-hmm. противников. Так, это... О, у меня тоже еще один интел есть. Можем еще на такое же задание сгонять. Да, но тогда сейчас я тебе передам. Кого? А, за этот, предводителем. Предводителем. Отлично, грузим. Сейчас, да, я только подкачаюсь. Не вопрос. Навыки, ну-ка, искусство смерти. Что-то я его не вижу. Ух, нихуя, Макс. 24-го левела задание. Минус 25 к наносимому урону, плюс 40 к получаемому урону. Зато нам дадут 5000 кредитов Калигари, 48 славы, 4 судьбы. 12 влияния системы, это то, что вот ты получаешь. Ну, угу. То, что ты у меня спрашивал. Вот влияние, ну, вот это вот. Ну, хочешь, давай. Короче, опасность. На 25% уменьшен кулдаун, скорость кулдауна, ну, отката, да? Угу. И на 25% меньше ресурсов класса твоего персонажа. Не знаю, что это значит, но, может быть, либо твои способности будут реже применяться за счет этого. Херу. Так, противники 2% от всего урона на твоего персонажа, короче, дамага отбивают. То есть то, что ты им нанес, по тебе же и наносят. Поэтому аккуратнее со своим 8x, потому что от 8x 2%, сам понимаешь. Да. Так, как говоришь, клику качать? Нужно выполнять предписание клики, у тебя должно быть, видишь? Задание клики, подготовка к войне, собрать благословленный, мать его, за ногу, сука, сплав. Если у тебя он есть, нажимаешь, а, ну все, я уже закинул. Вот видишь, собрать зашифрованные инфопроповеди. Хер его знает, где их искать, но... Ну вот. Одну как бы я выполнил. Плюс 40% HP у всех врагов. И плюс 40% варп-резиста у всех врагов. Ну, если ты против псайкера. Поехали. Ну и ладно, ну и погнали. На, пиздец. Первый раз, что ли? Нет. Ну вот видишь. Нам нужно уничтожить все отмеченные цели, то есть всех боссов. Ну, не в первый раз. И не таких на колени ставили. И не таких сосать заставляли. Это да. Мы даже это, алчущую крови заставляли сосать, а они вообще не от того бога. Ну, если, как ты, как я говорил, за детей императора, да? Мне... Да. Топит. Лабысь. Thank you.
Так, три босса. Даже у обычного врага 1226 здоровья теперь. Охуеть. Сколько же я ему наносить буду? Ёбаный свет. А, у меня он вообще не в ту сторону. Ну-ка, куда пошел? Кстати, немного, но у них теперь резист от, даже от моих атак. От 8x такой нормальный. Ну так. Короче, я этого держу. Да давай. Так, мелкие появились, уродцы. Ну, в принципе, мне капает с них по 4 урона, потому что у меня урон, как понимаешь, не особо большой. Ну, мне тоже не особо-то много. Мне главное потом пережидать и все. Не так страшно, в принципе. Но если что, будешь меня поднимать. Если... Хорошо. О, раз, два, три, четыре, пять, шесть макс целей, смотри на карте. Ё-моё. Там куча быкринов, огринов и всех остальных. Подожди. Валим? Да нет. А, в смысле, ну, валим. Группу. Че они стоят? А, бляха-муха. Пинг, что ли, да, наверное? Что да, у меня по ним даже урон не проходит. Скорее всего, пинг. Воу, воу-воу-воу-воу-воу, полжизни сразу. Так, набежал, вспыхнул, убежал. Набежал, прыгнул, убежал. Набежал, вспыхнул, убежал. Мелочь. Мне вообще по 2 урона с них капает. Там, смотри, какой-то прям... Ох, ё, смотри, раз, два, три, ё, я вижу. Смертельная группа. Сейчас, подожди, откатится этот здоровье, а то что-то я как-то это... Сыкотно. Ну так чё? Не, ну валим, естественно, нам их нужно валить, Макс, по-другому никак. Давай, я его огненно стрелку. Подожди, мне стреляют. Ой, не стреляй. Я не стрелял. Генс! Ну, я тебя жду. Да. Вот, ты появился уже. Мертв. You cannot hurt me.
Die, unclean! Это хорошо. Только сам по себе говно, да? Опа, и нету, да? Я их уже мучу. Там еще есть враги. И один мощный. Опять враги. Вай. Так, сейчас погоди.
И нахер ты закрылся от меня? Уже. Да. О, благословленный сплав. Да. Ну, мне не надо. Вижу. Был псейкер, и нет псейкера. To learn here. The corruption seems to seep into the depths of the underhive. I must press on. Все, выйти тогда. Чё-то тебя нету. Точно, надо что-то сначала продаться.
Господи, что там случилось у вас? О, господи, как она кричит. Триста восемьдесят. Ну это с этого, с разрывного, а так 194. Ну и 203. Там от врагов зависит, так понимаю еще. Я понял. А у тебя? Где-то в районе 200-230 максимум. Там от 150 до 200 в среднем. Ну критические удары 800, ну соответственно они на то и критические. Или это, может, мне твои выстрелы засчитываются? Ну, как циферки. Пых! Ты, по-моему, стреляешь просто по укрытию, они взрываются. Возможно. Громовой молот. Одноручный? А, не двуручный. Да-да. О, точно, ты же хотел посмотреть на этот, на Вархаммер. Сейчас, погоди. Я будет. Вот он. Покаж. Yes. Фига он быстро, видел? Дробовик какой-то. Три удара. Сейчас на у меня ты ходишь с дробовиком.
Ну, потому что у меня второе оружие дробовик. Ну, короче, наносит 3 быстрых удара за второстепенную атаку. Это более мощный урон, но мне с щитом больше нравится прикалывать бегать. Тем более у меня есть вот эта способность. Вспышка. Я могу их раскидывать просто. И дамажить. Да, и дамажить. Там у тебя с той стороны остался один. Да. Угу. Раскидали, как мне хрен делать, да? Угу. С чувством юмора, товарищ. В плане? Ну, как бы газовая ловушка не самый плохой день. Или не самый скучный день. Ну, она... А у меня сказала, а у этих еретиков есть чувство юмора. Вообще, как бы, если играть псайкером, то он чисто вот Грегор Айзенхорн, реально. Прям копия. Ну, по характеру, я бы сказал. Ну и, скорее всего, персонаж, который озвучивает, сильно напоминает его. О, левел. Блин, мы так сотню левелов накопим еще до шестого левела, ну, до шестой главы. Мы еще вторую тренировку. Хорошо. Is decades old, and the monolith was inactive back then. I'm sure the temples would be. Эй, о, сундук, Макс. Ну, обычный, правда, ресурсы, ну хрен с ним, хоть что-то. Мы еще ту сторону не проверили, ну пофигу. Как я говорю, сейчас уже это гонка за шмотом особо не влияет. Главное теперь гоняться за уровнем. Чтоб левел был, да? Угу. Чтоб левел был и меч стоял, да? Угу. И меч в руках. Держали крепко. Опять до 4 утра дрыхла. Точнее, не дрыхла. Ну чё она не дрыхла? Ну, потому что кое-кто сказал, посмотрю еще 2 анимешки серии и пойду спать. Ну, я так и сказал, что 2 анимешки превратится в 10. Так оно и случилось. Да. И она говорит, накаркал. По собственному опыту сужу. Шмот валится такой. Никакой. Такой себе. Да. Ну, мы потому что, видать, скачем сильно в уровнях быстрее, чем шмот на данный момент. Хотя тут печать неплохая. Так, а ты где? Я рядом со звездной картой стою. Тебя нет. Ты у меня прибежал откуда-то и бежишь сейчас вокруг звездной карты. Я стою прямо вот, ну, на черепе в середине. Но тебя нет. Я невидимка. Более того, у меня что-то и торговец нет опять. Не работает. Подгрузка, видать, опять. Я сейчас кручусь рядом с тобой. Я не могу изготовление сделать.
Ты с ним поговорил? Да. А я могу. Зато мне торговец. У меня и торговец активен. Единс, может, ну и нахер? На сегодня? Да, то что-то как-то серваки лагают. Ну, наверное, обнову делают до сих пор. Ну, фиг с ним тогда, давай завтра.